Тонечка, вон у вас чайник уже по времени кипит. Генрик, я не понимаю, вы меня извините, почему все время вот так вот ходите? Почему вы все вот так все время? Так? Ну, Сергеич, да. Так у меня же это профессиональное. Я же боксом занимаюсь, я боксер. Я иначе уже двигаться не могу. Ах, это дело. Ну? Я вам хочу сказать, что когда я был молодой, я был большой бабник. Это же не значит, что я должен все время ходить вот так.